Всем привет, с вами Березовский, добро пожаловать на мой новенький видеоролик по Call of Duty Mobile. Значит так, ребят, в это воскресенье после съемок с ребятами мы офигенно пофанились в КБ. Был уже ролик, если вы еще этого не видели, то переходите и обязательно смотрите. После этого мы приняли решение с ребятами пофаниться в сетевой игре. Собрали 10 человек, чтобы было 5 на 5, выбрали режим превосходства, карта Nuketown, чтобы реально поместиться, пофаниться на ней. И я чисто в прикол поставил максимум очков за одну сторону за один раунд, сколько дает игра, это 300. То есть всего 600 очков за игру максимум. Это получилось реально очень долго, но, как мне показалось, ребята тоже отзываются, было реально, ну, весело, было прикольно. Ну, долговато, конечно, мне кажется, надо ставить, ну, типа за сторону, чтобы так и долго было, и нормально, 150 очков, в два раза меньше надо ставить, но все же. В общем, ребят, самый часто задаваемый вопрос в комментариях здесь на Ютубе и в Дискорде тоже. Когда будут съемки, когда съемки? Смотрите, приняли решение. В среднем съемки будут стандартно каждое воскресенье, то есть да, один раз в неделю, каждое воскресенье. А пока что в 16:00 по московскому времени, пока что. В дальнейшем, так как мы будем, аудитория будет разрастаться и нужно будет делать длиннее такие кастомки и больше, там не 2-3 штуки, а штук 6, там 8-10 штук. В дальнейшем мы время сделаем пораньше, наверное, в 14:00 будем начинать. Пока что информация вот такая. Это воскресенье, 16:00 по московскому времени. Вся движуха происходит в Дискорде. То есть хотите участвовать в съемках, добро пожаловать на наш Дискорд сервер. Хотите участвовать в кастомках, пока что фанимся мы через Дискорд сервер. В будущем, как разрастется моя аудитория, естественно, я буду стримить. То есть в будущем я буду делать классные стримы, так чтобы было видно и мое лицо, и там голос, и все там. Я вот буду стримить именно, чтобы было это качественно. Пока что аудитория маленькая, и если стрим будет просматривать типа там 15-30 человек, ну реально, ну вот сами посудите, объективно это не очень прикольно. А если стримы будут в будущем, ну они будут смотреть, конечно, потому что аудитория разрастается, скажем, 100-200 человек, это будет и вам интересно, и мне интересно, то есть это будет прям обмен такой, поинтересно, скажем. Это будет реально круто. Поэтому я пока учусь, там разбираюсь в всяких там программах и так далее, чтобы реально круто стрим сделать. И в будущем эта движуха перерастет обязательно в стримы. Будем стримить вместе с вами. Вот. Поэтому больше не задерживаю, всю информацию я озвучил, все будет в описании к этому ролику и прикрепленном комментарии, а вы смотрите, берите чаёку, усаживайтесь в кресло поудобнее и приятного просмотра. Лови фашист гранату. Я пила коктейли Молотова, они все на нашей базе, они чекают нашу базу. Да и ладно, я не против, пусть чекают нашу базу. Нашли внимание. У них UAV и эта штука. Забрала. Они все на нашей базе. Да вы вообще, ребята. На своей или на нашей? На нашей базе. А что они делают на нашей базе? Зачем? А какой... А, мы до 300 играем. Господи, мы же до 300 играем. Ой, у кого-то водичка полилась. Ой-ой-ой, там граната. Блин, надо бы активочку поставить по-хорошему. Пиц, готово. Так, ну слева сейчас будет обходить. А, нет, не слева. Так, ну вроде мы начали навязывать игру, ребят. Вроде мы что-то начали показывать. Машина, а я люблю каркать просто. Такой, типа, до 300 мы играем, оказывается. Ну да, я же посмотрел, что мы до 300 там, как правильно. А, до 300. 300, 300, 300, 300, 300. Того чего, до 300. Я кинула, успела молотов кинуть. Извините, ребят. Хорош, слушай, реально противная девчонка, реально такая, типа, оп, и молотов сразу закинула. Да, 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 знал, что там. На нашей базе один челик, по-моему, был. О, машинка, это, конечно, тема. Так, все, раш, пошел раш. Тык-дык. Все, всех с бэшки это. Мы уже, ой, я кого-то убила. То чувство, когда... Там чел на нашу базу идет. Да и ладно, пофигу, ну пусть идет. Типа, и че? Не надо, пожалуйста. Не, ну а чё по факту на нашей базе-то сделает? Ну на нашей базе и что? Не, он, конечно, может рез поменять.
это уже их проблемы. Блин, у меня так, такой сейчас slow motion был, как будто раунд закончился. Да, да, я поняла. Аннигилятор. Забрала аннигилятор. Сижу со снайперки, всех хреначу. Афина, ты вообще в принципе на снайперку что ли пересела? Да, у меня же клан. В клане у меня найт состав, и я в нем. И ты снайпер. Как бы снайпер. Хорош. Ты снайпер или как бы снайпер? Ой, тут аннигилятор. Бог нам слева заходит. Все, нет аннигилятора. Отлично. Был аннигилятор и не стало аннигилятора. Да я потратила просто так это. Блин, ну вообще, вообще неплохо, неплохо, ребят, я скажу, мы вам наваливаем. Без звука. Ты почему я не смогла убить? Я за тебя отомстил, наверное. Ну, если это он был. В смысле я на первом месте? В смысле ты на первом месте? В смысле я на последнем месте? В смысле я не понял? В смысле я на первом месте? Да, элементари, тебе вообще прям это, я смотрю, то чувство, когда это тимы не тащат. Ой, они просто здесь чекают этот. Все стороны подряд. Оп! Я не... В смысле ракетница не забрала? Я не понял. Как это вообще могло случиться? Лови фашист гранату. А, нет. Тогда и эту. Да что ж такое-то? Блин, я не думал, что без звука играть весело и очень сложно. Реально очень сложно. Да, без звука играть очень трудно. Ну, то есть это весело, чисто поржать, поугарать, это реально весело. Но это очень трудно, то есть на картиночке ты ориентируешься. И я вообще не понимаю, что происходит. Вот так. А кто где? А кто где? Я что-то. У меня дезориентация легкая. Понимаю. А что у нас когда второй раунд будет? Типа он должен был. Когда 300 наберем, тогда и будет второй раунд. Понимаю. Ну да, по идее, да. Если была бы половина, то 150 бы тогда набрали. Мы что, до 600 играем? Ой, меня забрали. До 600. Опа, ребятки, забрали Б. У нас есть... We have any problem. We have nothing. What do you say? Мы ничего не имеем. Подожди, бью, проблемы определенно есть. We have C. О, забрал. Last, ребята, надо тащить Б. Надо отбивать Б. Кто со мной? Я тут, я охрена. Ребята, мы забрали Б, мы просто красавчики. А у них UAV там летало, ребят. Забирайте. Если UAV летает, то забирайте. Понимаю. Так. Меня забрали. О, ребят, анти-БПЛА. Да, ой, умничка. Кто сбил анти-БПЛА? Просто респект еще. Плюс 30 к карме. Да что я тут сбиваю? Я все за всех делаю, да? Не, ну молодец, ты внимательная, потому что... В моей теме я сбиваю. Я обычно беру этот анти-БПЛА, ну в смысле перк. И в принципе не забочусь об этих самолетах. И зачем, если меня и так никто не видит? О, а вы что, зачем вы А пошли захватывать? Не знаю. Типа, каков в этом философский смысл? Его нет. И философский смысл. Так, лови фашист гранату. Чип? Опа, прилетела граната, бам. Ой. Нормально, там элементари вообще разваливает на самом деле. Гонщик нелегальный. О, хорош. Аннигилятор тема, хорош. Забрала аннигилятор. Умница. А себе забрала, в смысле, или убила его? Нет, я убила. Надо было себе забирать. Почему у меня такое ощущение, что мы без Стёпы играем? Нет, Стёпа... Не я просто в килл-чате его редко очень вижу, типа, и это... Такой, типа, что?
просто тут стою, всех отстреливаю на точке. Да, я понял. Я бегу к тебе. Так, ну шо? Пришла пора взять водник. Ну, в смысле... там говорит чувак, как бы, нам капец. О, ребята, у них этот джиггернаут, короче. Гаргантюа. Это кто? Это я так называю этого самого. Того самого. Я могла забрать джиггернаут. Ну, в смысле это, в смысле то самое. Гаргантюа. Ой, хорош. Мне кажется, это такое бесилово, реально. Да, он же такую интересную катку делает. А, джиггернаут просто стоит на этом. На балкончике. А, ну ок. А что это ты тут стоишь на голову? Ну вообще так-то он серый на секундочку. Он уже вниз спустился. Джиггернаут. А все, его уничтожили. Блин, мне патроны кончились. Нормально. Прям вовремя. Ты такой, да, я сейчас убиваешь, потом тебе заканчиваются патроны, тебя забирают. Чисто жиза. Ой, нормально. Нет, не нормально. Мы отыграли раунд. Второй раунд. Смена сторон, еще до 300. Еще до 300. Второй раунд. Нормально. Вот это мы постреляем. Интересно, сколько по длительности? Не знаю, по-моему, уже три катки поиграли. Ну где-то да, по ощущениям много, кстати, реально. Ну, блин, не, на самом деле, нет, долговато. Это был перебор, если честно. Нужно где-то, ну, половину, короче, этого делать. Да, ты прям вот капец как перегнулся. Я чуть-чуть перегнулся. А в смысле ракетница не забрала? В смысле, как ракетница может не забрать, когда ты стреляешь прям типа в ноги или в челика? Он внутри. Ребята, против БПЛА сбейте кто-нибудь? Так сказать, по-братски, по-сестрински, или я забил? Ой, умница. Я сбила. А то у меня этого патрона не было. Ой. Все, забрала точка. Умница. Ой, просто меня убили. Аннигилятор. Аннигилятор, наверное, лучше. Блин, ребята, у меня закончились патроны. Ребят. Так, ну что, что делаем? Вы там тащите бета? Или нет? Или не очень? Нет. Так, я хочу подарок просто сделать. Я хочу сюрприз сделать. Сюрприз! Ой, молотов работает. Сюрприз! Кто хотел бы забрать? Так, анти-БПЛА. Сейчас собью. На нашей базе на втором этаже человек стоит на козырьке. Да я понял. Оп. Угу. Все. Так. Нет, блин, а у меня больше ничего нет, ребята. А, все, отлично. Сзади. Убила. Умница. Так, кто-то Б забирает. Кто-то не очень хороший сейчас человек. Я его заберу, блин. Сейчас я его заберу, да? Да. Не успел. Блин, что-то я заигрался, прям в открытую пошел. Ну ладно. Команда моей мечты. Убила. Ты думаешь? Я не думаю, я знаю. Ой-ой-ой. Короче, справа, там, где обычно в зоне, первая зона на нюке. Типа там, где машинка вот. Ну, вы поняли. Я поняла. Вот там он, короче, чилит. Я поняла, сейчас пойду его. Почувствую, когда они нас... Давайте его зажмем просто все вместе. Ой, ну, в общем-то, я все сделаю. Там уже элементари уже психует, уже это, в команду дает вперед на Б. Потому что никто не идет. Ну, есть такое, как бы, да? Опа. Ой, спасибо, мне так идут. Под мастерем. Ой-ой-ой. А у нас там просто разносит всех. И мои молотовые. Каждые 5 секунд летят. А кто в чат написал сейчас, типа, АИМ? В смысле АИМ? Я как бы, я сразу говорю, что я с читами играю. Ну, в смысле, без читовой.
читами, понимаю. Я сразу говорю, что я на эмуляторе с читами играю. Ты уже проговорился, можешь не оправдываться. Да-да-да. Эмулятор с читами там вообще все дела. А, ну там аннигилятор, ну все понятно. У меня все читали попасть. Так, стоп. А в смысле ракетница не забрала опять? Ну как? Алло. А, почему она так разносится? Вот мне вот так. Блин. Ладно, ну хотя бы забрала этого элементари. У меня цель забирать элементари. Ты кого-то убила, ну. Так, антипопола сбиваю. Все, там машинка едет. Я все блин, едем, едем в соседнее село. Меня убил аннигилятор сзади, когда я взяла аннигилятор. Нормально. Так сказать, двойничок. Ай, только успеваю. Так, ребят. Опа, нифига себе, как это удар сходу. А, надо захватывать Б. Как бы, я думаю, с этим никто не поспорит. Да-да. Это мы так долго будем играть. Да, мы так будем очень долго играть, я чувствую. И потихоньку они начинают, кстати, игру навязывать. Это плохо. Обожаю ее. Так, есть минус. Ну иди, сбейте. Ой-ой-ой-ой. Ага, помогаю. Это вообще опасно. Е, все, забрали. Ой. Сколько там? Вдвоем, в два, в три тела за. Так, опять Б. Да что такое? Только захватили Б, опять захватывают Б. А почему я проходила? Все. Умница, умница, просто. Да, даже ну 300 и 300 типа. Смотри, 300 плюс 300 сколько будет? 600. Математика от бога просто. Да-да-да. Я кину молота. Экономать убивают. Да, ай. Что-то у меня это, пальчики прям с экрана проскользнули. Да, так. А, анти-БПЛА кто-нибудь сбейте? А, у них там ошибка стоит. Ой, не успел. Ребят, ну пока все хорошо у нас. Вообще, у нас все чинно благородно, прям вообще классно. Убила. Хорош. Кто следующий? Кто на меня? Кто на меня? Да, я против всех. Никто. О, один по центру. Один слева точно был где-то здесь. Блин, у меня с патронами беда. А у меня беда с убийствами. Ну, сколько кило поедал? Самое главное в этой жизни, чтобы не были беды с башкой. А у смертей 47. Понимаю. Самое главное, чтобы с головой не было проблем. Вот это просто по жизни прям главное. С головой? Ну да. Ой, но... у меня видел, как ПЛА работает, я как-то пропустила. Хорош. Там с пушкой опасный. Это гранат. Ой, красавчик просто с ракетницы. Вот почему, когда ракетница в меня попадает, она меня просто ваншотает, даже если я там за 3 километра стою. А если ракетницу я пуляю, то пальчиками. Как бы все. Умеет работать пальчиками. Ау. Ой, вот каждый сейчас понял, как хотел, на самом деле. Ну а что, каждый думает мир о своей испорченности. Или жизненного опыта. Как бы так. Актуальная шутка до сих пор. Согласен. А у нас читер, все понятно. О, ну это первое, что ты встречаешь, когда тебя убивают. Типа, он читер. Эмулятор, читер, компьютер. Я его убила. Кого, читера? А, ты хочешь мне отомстить? Хорошо, я поняла. Интересно, а что будет, если ты убиваешь читер? Это значит, ты тоже читер? Ну, типа, это так работает или нет? Античитер, античитер. А, чит-патруль такой, типа. Ой, ой. Ребят, вы не против, да, если я это у вас в гостях тут посижу? Почилю, посижу, да, тут? Я хотела у них точку залезть. А, блин, да, стул забрал. Меня убили. Ой, там это, элементари бомбит вообще. Да,
Не, ну понимаю, кстати. А почему не проходил урон? Что еще раз? У меня иногда урон прям ни в какую не проходит урон. Ну бывает, как бы, он такой. Он бывает не проходит, бывает уходит. Бывает входит. Ну хорош уже, ну что начинается-то, а? Вот начинается-то. Забрала бережок. Бережок, что? Бережок. Забрала Березовский. Бережок. Ой-ой-ой. Ой, граната, проблемы. Забрал. Все, нет проблем. Отомстил за Степку. За Степку. Не, ну а что? Вы же устали от нас, серьезно. Да походу. Ой, хорош просто. Чисто на ракету насадил. Реально. Ну, я говорю, когда я попадаю с ракетницей, я никого не могу забрать. Даже если ракета рядом взрывается. Это как бы бесит. Я тоже. Абсолютно согласна, да? Ой, ко мне гранату прикрепили. Прям на экране. Да, ББ. Оно прям на экране пишется, прикреплено, типа. И ты все, ты понимаешь, что это конечно, ты уже никуда не можешь подеваться от этого. Я нашла свою позицию. Ой, она очень. Аннигилятор там. Я тоже, кстати, нашел свою позицию, она повсюду. Она повсюду. Просто реально со всех сторон. И это самый, по-моему, кайфовый способ. С той стороны. Что? Ой, хорош, разминулись, чисто разминулись. Ой, молодцы, ребята. Они, походу, забили на Б просто. Их уже просто этот раз только достал, что они решили. Ой, я убила кого-то. Первый раз достал. Блин, я, кстати, всегда мечтал на ножах. Call of Duty Mobile на ножах попробовать, типа. Всегда мечтал. Ну именно так вот 5 на 5 на ножах. Следующее видео будет таким. Так, ну чё, кто где? Мне нужны, например, килы, я не знаю. Зачем тебе килы? Это же игра, не на килы. Мне килы нужны для того, чтобы на первое место встать, и тебя подвинуть с первого места. Кого тебя? Офига себе. А чё нашу точку занимает? Не, уже... блин, там второй был! На нашей точке двое были, блин. А я не знал. Я одного убил, такой, вот, всё нормально. Понимаю, за все время первый раз сменились. Ну все, мы махнулись респами, ребят. Прощайте это, прощайте тактика. Прощай тактика. Да. Почему я в него попал ракетницей и не убил? Ну типа, ну почему? Что я делаю в этой жизни не так? О, последний килл мой. Хорош, ребята! 600-359. Просто как титаны, вы просто титаны. Титаник. Ага, и не говорите. Вообще, нормально, кстати, последний прилетел. От Афины. Спасибо. Опасно. Фу. Ну, я вообще киберкотлета. Отыграла просто. Киберкотлета. Хорош, 11 счет, 11830, типа. А у меня 9. Да, 9600, 7100, типа, вау. Что, нереальный счет. А ну-ка, по киллам, сейчас по киллам посмотрим. 96 кило. У Лементари 96, красавчик, просто красавчик. Вообще. Реально. Я красава. Да, не, вообще, реально все красавы отыграли, все красавы. Да, мы молодцы. Так. Ой, все, я устала. Да я тоже, на самом деле. Жаркая битва была. Да.